Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня разберем сабвуфер от музыкальной системы DVD Audio Panasonic DT310. Здесь ресивер с возможностью подключения сабвуфера, пассивного сабвуфера, неактивного. И вот мы сейчас его разобрали. Сейчас я объясню, как он, в принципе, полностью разбирается. Вот эта вот сеточка прикрывается, она на шпоньках, на таких, видите, и в резиночке вставляется. То есть вы ее просто вынимаете, откручиваете 4 винта и вынимаете динамик. Вот и весь, в принципе, разбор. Мы сейчас замерим сопротивление динамика. Сопротивление вот этого родного динамика составило 8,5 Ом. Хотя здесь странно. Выход на сабвуфер 3 Ома усилитель. И вот сейчас я вам покажу номинал динамика. Видите? Устроено, видите, как там труба такая, фазный вентер. Здесь вот подключение снизу идет. И вот эта труба вот сюда тянется. Сейчас свет включу, чтобы получше видно. Вот такое вот устройство. Все, видите, неплохо склеено. Корпус красивый. Вот такой симпатичный динамик. 17 сантиметров он в диаметре. 100 ватт максимальная мощность, написано в инструкции. Вот ради интереса выкрутил из сабвуфера домашнего кинотеатра 520-го, HT520. Вот там 160 ватт максимальная, да, мощность, вот номинал динамика. Он уже по сопротивлению 7,6 Ома. В принципе, практически аналогичный по конструкции. Тоже имеет защиту, экранирован. Вот такой вот сабвуфер. Спасибо за внимание. До свидания.